Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим о знаменитых телескопах от бренда SkyWatcher, а именно о зеркальных моделях 114.9 на монтировках EQ1 и EQ2, которые по праву считаются одним из наилучших выборов для начинающих любителей астрономии в бюджетном сегменте. Давайте же разберемся, действительно ли это так, какие нюансы есть у этих приборов, что идет в комплекте, и поговорим обо всем остальном. Поехали! Итак, телескопы 114.9 EQ1 и EQ2 отличаются лишь монтировкой. В обоих случаях это устройство экваториального типа, однако в первом случае грузоподъемность чуть ниже, а во втором, наоборот, устройство более устойчивое. Естественно, труба во втором случае лучше выдерживает большие увеличения, при этом картинка практически не дрожит, что, безусловно, является плюсом. Но главное достоинство модели 114.9 — это сама труба. В обоих случаях она одинаковая и имеет впечатляющие характеристики. Диаметр главного зеркала 114 мм, а отсюда и максимально полезное увеличение, почти 230 крат. Телескопы способны показать объекты до 12 звездной величины. Это значит, что помимо Луны и планет Солнечной системы, они отлично покажут вам тусклые объекты дальнего космоса, практически все позиции из каталога Messier. В качестве главного оптического элемента обе трубы используют сферическое зеркало. Но это абсолютно не страшно, так как за счет длинного фокуса, который составляет 900 мм, аберрации автоматически исправляются, никаких искажений с данными трубами вы не увидите. При всем при этом модели сохраняют отличную светосилу, которая составляет 7,9. Это значит, что трубы отлично, как мы уже упоминали выше, показывают достаточно тусклые объекты. А кроме того, сюда можно подключить камеру через специальный переходник. Кстати, окулярный узел здесь стандартный, составляет диаметром 1,25 дюйма. Это значит то, что к данным телескопам можно приобретать дополнительные аксессуары и не бояться об их совместимости с трубами. Так вот, через различные переходники вы можете подключить камеру и делать фотоснимки на достаточно небольших выдержках. Естественно, монтировки EQ1 и EQ2 не очень подходят для этих целей, но сама труба позволяет этим заняться, если в дальнейшем вы переместите ее на более мощную монтировку. Кстати, напомним, что экваториальные монтировки идеально подходят как раз для астрономических наблюдений, так как их можно очень тонко отрегулировать и вести объект по звездному небу, лишь пользуясь одной ручкой. При этом наводиться на объекты можно даже по координатам, которые нанесены на сами монтировки. Естественный плюс в занятиях астрономией. Стоит отметить, что данные трубы предназначены лишь для астрономических наблюдений, так как и все зеркальные модели, они переворачивают получаемое изображение с ног на голову. Это значит, что ими не получится пользоваться как подзорной трубой. Если вы ищете именно подобный прибор, то обратите внимание в сторону линзовых и зеркально-линзовых моделей. Ну а теперь давайте поговорим о комплектации приборов. В комплекте с обоими моделями вы найдете два окуляра 10 и 25 мм, а также двукратную линзу Барлоу. В общем, получается 4 диапазона увеличений. 36, 72, 90 и 180 крат. Естественно, в дальнейшем вы сможете приобрести дополнительные окуляры. Напомним, что максимально полезное увеличение модели составляет 230 крат. Также в комплекте вы найдете все необходимое, естественно, треногу, монтировку, противовес со штангой и оптический искатель 5 на 24 мм. Вот такие модели, они действительно отлично подходят для новичков, очень универсальные, в них можно смотреть Луну, планеты, объекты дальнего космоса, ну и, естественно, заниматься на начальном уровне астрофотографии. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Мы всегда рады любым вашим предложениям. Если у вас есть предложения по тематике следующих видео, также оставляйте их в комментариях. Не забудьте нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе наших новых видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!